В Бразилии закончился первый тур президентских выборов. Сейчас идет подсчет голосов. В гонке принимает участие 11 претендентов на пост главы государства, в том числе действующий президент Жаир Болсонаро. Его главный конкурент – представитель левоцентристской социалистической партии трудящихся. По предварительным данным, пока он получает преимущество. При этом изначально лидировал Жаир Болсонаро. Второй тур голосования назначен на 30 октября. Я верю и надеюсь на обновление. Пришло время что-то изменить. Прямо сейчас я недоволен тем, как обстоят дела, но это не значит, что я буду голосовать за другого кандидата, нежели за действующего президента. Я надеюсь, что все изменится. В Боснии и Герцеговине прошли всеобщие выборы. Избирателям из двух энтитетов – Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, а также округа Брчко – выбрали больше 500 политиков, которые займут ключевые посты в стране. Это в том числе депутаты парламентов и представители президиума страны. Согласно Конституции, государство президентство состоит из трех членов, избираемых одновременно на 4 года. По информации местной ЦИК, правом голоса обладают почти 3,5 миллиона граждан. В стране работали почти 6 тысяч избирательных участков. Отмечу, в 90-е правительство в стране разделилось на два независимых субъекта. Одним управляют сербы, а другим – боснийцы и хорваты.